Заміна трамвайних колій. Реконструкція відбувається на перехресті вулиць Павла Кічкаської та Глазунова, де не було ремонту понад 30 років. Тепер тут буде нова колія, встановлять зливову каналізацію і проведуть благоустрій території. Сьогодні тут кладуть нові пішохідні доріжки та вивозять старе асфальтне покриття. Роботи з благоустрою Завойського району обіцяють завершити до 15 грудня. У нас этими работами предусмотрена замена трамвайных путей и благоустройство территории. То есть будет установлено новое ограждение на месте старого по эту сторону. Будут восстановлены наши тротуарные дорожки, которые плиточные просели, пришли в непригодность. Восстановлено асфальтобетонное покрытие, замена рельса произведена, трамваи у нас уже ходят. Сегодня у нас рабочие вывозят мусор, то есть который у нас остался от демонтажа. Завтра мы приступаем к бетонированию межшпального пространства. На этот год был запланирован этот капитальный ремонт. Финансирование в объеме 1 400 000 гривен было выделено городским советом, сессия городского совета. И вот неделю назад подрядная организация приступила к выполнению этих работ. То есть основные работы – это замена рельсошпальной решетки, устройство ливневки, которое отведет воду с проезжей части. Ну и дальше благоустройство, так сказать, территории вокруг этого перекрестка.